Всем здорово, это реклама Хищник Стора от Ивана Зола. Всем советую этот шоп, потому что тут супер приятные цены. Есть аккаунты на Aris Mine, ReWorld, Holy World. Также тут есть Годзилка. И тут очень много хороших отзывов. И в общем, очень отличный шоп, ссылка в описании. Итак, всем здорово, народ, с вами снова Годзилка, сегодня ролик на сфере Real World, сегодня я буду рассчитывать множество танбета 1.16.5. Сегодня в видосике я вам покажу немножко changelog, что у нас добавили только что, прям в множество тани, примерно 2 часа назад. Ну, когда ролик выйдет, это будет плюс-минус 5 часов после апдейта. И сегодня я немножко пооткрываю кейсиков на Real World, немножко открою кейсов с реликами, и дальше мы пойдем поупехаться. Вот такой вот инвент у меня будет. Я сегодня с кейсов купил себе вот этот шарик, еще чуть больше там валютки на следующие видосы оставил. И, в общем, вначале хочу сделать небольшой обзор changelog. Итак, первая функция, что у нас была добавлена, это очень прикольная темка No Player Trace. Это у нас как бы No Interact, но только по игрокам. В чем этой функции прикол? Когда вы лутаете мистики, аирдроп и так далее, когда вам нужно кликать как по предмету, а вам мешают игроки, вы включаете эту функцию и как бы не взаимодействуете с другими игроками. Допустим, на спауне вот тут стоит челик, мне нужно открыть этот верстак. Я перед ним, вот смотрите, как я выключил No Player Trace, у меня мечик не дергается. Как только я включаю, у меня сразу мечик дергается, и вот я могу через типа открывать Е. А если я это выключу, я не смогу. Также это работает с аирдропами, мистиками и так далее. Очень полезная фишка, такую прикольную темку добавили, потому что на нее тоже можно забинить и с ней лутать аирдропы. Дальше у нас была добавлена команда .pvpblock, так как сейчас на релике у нас постоянно дается КТ, то есть вот так написали /pvp, вот, я влетаю в PvP, и мне дается как бы КТ сразу же, я не могу ливнуть, вот, мне приходится, так немножко подлагало, и мне приходится биться с челом. То есть я его ник запоминаю и понимаю, что он голый, правильно? Правильно, я теперь знаю, что этот чел всегда голый, он постоянно мне будет руинить, постоянно будет 30 секунд КТ, и, короче, мне не хочется им попадаться. Я пишу .pvpblock. И мне выдает как бы вот .pvpblock от имя игрока, del remove, list clear, это все как с френдами, то есть добавить, убавить там, вот это все. Мы просто добавляем этого чела ник, я его уже забыл, давайте-ка напишем еще раз /pvp, какой там ник у него. Ну, наверное, уже не будет. Короче, просто какой-то чел вас задалбывает на /pvp, или он какой-то топер, или он голый, просто добавляете его в CS этой командой, .pvp, блок, add и случайный ник. И все, этот чел будет добавлен. Вы добавили в список игрока. Теперь вы с ним никогда не попадете на /pvp. Если хотите это отключить, .pvp блок clear. Или и вот .pvp блок лист. Да, получается .pvp блок лист. Все, он у меня пустой. Или же, если вы хотите отнять, то есть удалить именно одного типа, просто remove и вписывайте ник. Дальше была добавлена, наконец-то, эта галочка синхронизация с ТПС. Теперь у нас будет под каждый пролаг сервера идеально подстраивается киллаура. То есть, если сервер будет лагать, ТПС прониженный, у вас киллаура будет бить намного медленнее, но при этом будет проходить каждый крит, что очень круто, так вы не будете терять ваш дамаг, и будете и ваш киллаур будет наносить намного больше урона, чем без этой галочки. И эта галочка, как я понимаю, must-have на реворде. Так что давайте-ка я сохраню свой конфиг, который, если что, можно купить по ссылке в описании. У меня на фанпэй на реворд можно будет приобрести мой конфиг. И также, ребята, забыл сказать, что в Нурике сейчас действует повышенный промокод от меня, Годзилка, то есть вы вводите промо Годзилка на сайте и получаете целых 7% скидки, так что тоже не забывайте, юзайте, потому что в Нурике вот такие топовые апдейты выходят, их обязательно нельзя пропускать, поэтому это все юзайте. Следующее, что у нас было улучшено, это КТ лифт, теперь он работает у нас на Holy World именно в КТ. Я на Holy World не играю, может как-нибудь зайду поиграть, но в прошлом видосе я это все показывал. Вы просто заходите на Holy World, там работает у нас .tp, и также, когда вам дают КТ, можно на изи нажать КТ лифт. Также прикольная темка. Ну и также теперь командой .nameprotectset можно менять себе ник, который у нас заменяется автоматически софтом nameprotect. Это nurslutan.fun, теперь можно менять на любой другой ник обычной командой .nameprotectset. По сути, на этом апдейт заканчивается. Ранее, позавчера примерно, я снял момент, как я снимаю, вот, то есть открываю кейсики на ReWorld с реликами. Вы можете этот момент сейчас заценить, почекать. И по сути все, мы на этом моменте переходим к видосу. Да, надеюсь, вам этот видос понравится. Всем приятного просмотра, а мы погнали к ролику. Уже. Парни, если что, кейсы открою в следующем видосике, потому что и так вступление уже вышло нормальным на 4,5 минуты, поэтому сразу погнали к PvP, не будем затягивать, а кейсы откроем в следующем видосе, поэтому всем удачи и погнали! Yeah.
можем избавиться от таков, когда-нибудь увидим, как сакура расцветет, но пока мы смерти встречу идем вперед, немного ведь осталось всего 9 адских кругов. Я зарядил ракири прямо в твое сердце, а в моей душе зима и больше не согреться. Во мне только пустота и не хватает места, она меня поглощает, против нету средств. Cheeseburger, Big Mac Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac Whopper.